Всем привет, мои дорогие! Сегодня снова едем в центр Стамбула на прогулку. В этот раз решили поехать в Ортакёй. Я думаю, все, кто был в Стамбуле, хоть раз знают это место. Покажу вам все обязательно. Из еды Ортакёй популярен своими вафлями и кумпиром. Это картошка с начинкой. Вот мы решили заказать вафли с фруктами. Тут можно еще различные сладости выбирать на свое усмотрение. Маршмеллоу для начинки, в общем, мира. Выбирать здесь. Вот такая красота получилась. Ну, выглядит, конечно, прям очень-очень аппетитно. Надеюсь, что на вкус будет тоже не менее круто. Такая вафля 300 лир. Вкусно? Сняшка. А тут кумпир продают тоже 300 лир. И начинки. Это мы в Ортакёй. Гюзельма? Вкусно? И тут заканчивают уже вафельку кушать. Мы присели прямо возле, напротив, точнее, мечети Ортакёй. С видом на Босфор. Красиво здесь. Мы здесь нашли такую прикольную лавочку. В общем, они делают такую лазерную, что ли, фотопечать на зажигалках, на чехлах, видите, от телефона. В общем, тоже решили сделать. Такая зажигалочка у нас получилась. А Мире вот такой браслетик купили. В Турции вообще золотые деткам такие вешают. Ну, Мирин порвался. Красиво? С именем. Встретил? 350 лир такая зажигалка. Так интересно открываться вот так. Мы приехали поужинать в такой ресторан турецкой кухни. Вот так здесь выглядит все внутри. Вообще это называется у них как столовая. Здесь очень вкусная такая, она домашняя еда, чисто турецкая кухня, какая-то картошечка такая, мелко порезанная, видите, интересно. Потом мясные блюда, плов, котлетки, в общем, все-все, что вы знаете из турецкой еды, вот чисто турецкая, здесь есть. Не дешевая, кстати, это удовольствие, но все очень так вкусно, знаете, прям, смотрите, дома какая. Здесь есть еще сладости и йогурт. Муж взял себе мясо с такой картошкой. Мясо промтает во рту. Это, кстати, особенность таких мест. Очень вкусно готовит. А я себе взяла келепача, точнее, это суп из языка. Вот тоже очень вкусно. Его едят с соусами. Вот такой чесночный соус я обычно себе добавляю. И еще есть соус из красного перца, но он очень острый, а я острое не люблю, поэтому его не буду добавлять. И еще лимоном нужно полить обязательно. Здесь прямо вот мясо, точнее это язык прям кусочками. Очень вкусный суп, обалденный, хотя келепача многие не любят. Но именно вот этот вариант с языком классный. На десерт мы взяли кемаль пашат от Лысы. Тоже вкусняшка, это из манки готовится. Кстати, суп мой, по-моему, 240 лир стоил. Вот такие вот цены.
Вот так у нас счет получился. Почти 700 лир за троих. Мира только плов ела. Еще немножко мяса там от папы. Ну, и вот такая у меня еда. Еще нас угостили здесь чайком. В таких местах обычно чай приносят в качестве комплимента после еды. То есть бесплатно. У меня, кстати, еще есть, оказывается, летняя веранда, но мы там никогда не сидели. Вот так даже красиво здесь. Всем привет, дорогие! С семьей отдыхаем с прекрасным видом на мост. Людей здесь, конечно, очень много. В Инстаграм увидели парк. Дуатепе парк называется. Мы решили приехать. У людей просто море. И очень грязно. Несмотря на все минусы этого места, но пейзаж здесь просто сказочный. Посмотрите, как красиво. Вот такая красота. Сейчас еще ждем заката, а ночью должно быть вообще вау. Все прекрасно, конечно, но только посмотрите, сколько людей. Так, мы увидели видео в Инстаграм, но там про такое количество людей не говорилось. Так все не рано. Я тут котеночка нашла. Думала, что ему кушать понесла. Жопочку. Жопочку такую маленькую. Мяу. Все, он не хочет. Мира, не надо за ним бежать. Мира, туда нельзя. Смотрите, здесь везде такие вывески о том, что нельзя мусорить и шкурки от семечек кидать. И тут прям под вывеской вот такое. Идешь. И под ногами одни шкарлупки от этих белых семечек. Ну, ужас.